Okay, we come to the next book of the Minor Prophets we will study, which is the book of Hosea. Теперь мы с вами будем рассматривать следующую книгу из книг Малых Пророков. Это книга пророка Осии. As was Amos and Jonah, Hosea is a prophet written to the northern kingdom. Так же, как Иона, так же, как Амос, Осия обращался к Северному Царству. A little bit of background information before we actually get into the text. Прежде чем мы начнем с вами разбирать текст, немного общей информации. We believe that Hosea wrote this prophecy around 740 to 720 BC. Представляется, что Осия написал это пророчество в период 740 по 722 годы до Рождества Христова. But Hosea had a very long prophetic career. Но он довольно-таки долго нес свое пророческое служение. In fact, some say that he may have actually prophesied for 65 years. А некоторые говорят, что это служение, возможно, длилось у него на протяжении 65 лет. In some ways, this prophecy is very like Amos. В некотором смысле это пророчество очень похоже на пророчество Амоса. In that it contains prophetic discourse. В том смысле, что оно включает в себя пророческий дискурс, то есть пророческое повествование. So it is very unlike Amos, or very unlike Jonah. Следовательно, оно не похоже на пророчество Ионы, которое является повествованием. There are some differences, though, between Hosea and Amos. Однако между книгой пророка Осии и книгой пророка Амоса есть и различия. Amos was a farmer and a man of the fields. Амос был пастухом, человеком, который большую часть времени проводил на природе. We believe that Hosea probably came from a family of high social standing. Представляется, что Осия как раз родился в семье с высоким социальным положением. Some think that he was a priest. Некоторые говорят, что он был священником. He does predict the downfall of the northern kingdom. Он предсказывает падение Северного царства. But he prophesies with great love in his heart. Но при этом при всем он пророчествует с огромной любовью в сердце. There were various false religions being practiced in Israel at the time that Hosea prophesied. Во время пророческого служения Осии в Израиле существовало очень много всевозможных языческих культов и практик. There was the worship of a golden calf that had been made and was set up in Bethel. Так, например, люди поклонялись золотому тельцу, который был установлен в Вифиле. We'll find reference to that in this book. И ссылку на это упоминание об этом мы найдем в книге пророка Осии. There was the worship of the god Moloch. Также поклонялись лже-богу Молоху. And the worship of Moloch involved child sacrifice. Это поклонение предполагало жертвоприношение детей. There was Baal worship. Также люди поклонялись Ваалу. And that involved the worship of nature deities. Это ханаанский бог природы, населяющих ее духов, поэтому поклонялись в основном духам природы. And much immoral activity. И это также подразумевало всевозможные аморальные практики. The theme of the book of Hosea is God's redeeming love. Тема, основная тема книги пророка Осии – это искупительная любовь Божия. And his burden is to urge Israel to repent and return to the Lord. Бог положил ему на сердце бремя призывать народ Божий обратиться к Господу. This is a longer book than Amos was. Эта книга более длинная, чем... Эта книга по объему больше, чем книга пророка Амоса. And it's a very important book. И это также очень важная книга. It's quoted some 30 times in the New Testament. В Новом Завете, например, пророк Осия цитируется примерно 30 раз. And some have called Hosea the first prophet of grace. А некоторые называют Осию первым пророком благодати. Now, when we looked at Amos and Jonah, we saw that Jeroboam the second was the king. Когда мы с вами рассматривали книги пророка Амоса и Ионы, мы видели, что они пророчествовали во времена правления Иеровоама II. And so Jeroboam the second is the king during Hosea's ministry as well. То же самое можно сказать и об Осии. Он пророчествовал во время правления того же самого царя. His reign was a time of great economic prosperity. Мы уже говорили о том, что в его царствование характеризовалось экономическим расцветом. And spiritual decline. Странный, но при этом духовным упадком. All right.
We're going to begin now with chapter 1. Мы с вами теперь переходим к первой главе. And the book divides into two major sections. Можно сказать, что книга пророка Осии разделяется на две большие, на два больших раздела. The first three chapters are the prophet's domestic, his home life. Первые три главы — это личная жизнь пророка, его домашняя жизнь. And then chapters 4 through 14 are his prophecies to the nation. И дальше главы с 4 по 14 — это его пророческие слова, обращенные к народу Израиля. The Lord spoke to Hosea and told him to take a wife. И было слово Господне к Осии, и Бог повелевает Осии взять себе жену. And a particular kind of wife, he is to take a wife of harlotry. И не просто жену, а жену блудницу. Some of the commentaries I consulted. Я читал различные толкования, различные комментарии. Said that Hosea's wife did not become a harlot until after they were married. И в них предполагаются разные варианты толкования, что такое жена блудница. То есть некоторые говорят, что она не была блудницей, пока не вышла за него замуж. But that is not the way I read the book. Но мне представляется это толкование неверным. My understanding is that she was a woman who was a harlot. Насколько я понимаю, эта женщина была блудницей. And he took her name is Gomer. He took her for a wife. Ее звали Гомер, и он взял ее себе в жены. And we should just know at the very outset. И с самого начала мы должны знать. That his marriage is to be a picture of God's relationship with the nation of Israel. Что его брак следует воспринимать как взаимоотношение Бога со своим народом. And just as the prophet's heart was broken over the actions of his wife. И так же, как сердце пророка было разбито действиями его жены, so God's heart was broken over the actions of his people. Также сердце Бога болит и печалится о том, что творит его народ. Hosea married Gomer. Итак, Осия женится на Гомере. And she bore him children. И она рождает ему детей. The first of their children was named Jezreel. Первого сына нарекают Изриэль. And Jezreel means God will scatter. Это имя означает Бог рассеет. And there is a reference to the valley of Jezreel in this passage, verse 5. В пятом стихе мы видим ссылку на долину Изриэль. So behind the name Jezreel, there is a judgment from God. За вот этим именем Изриэль стоит образ суда Божьего. And God says that he is going to punish the house of Jehu. Я взыщу кровь Израиля с дома Иуева. Это четвертый стих. Now, if you follow through the line of Jehu, Jehu was a king of Israel. Вы помните, что Иуи был царем Израиля. And then several generations later, Jeroboam II was one of Jehu's descendants. И спустя несколько поколений воцарился Иеровоам II, который был потомком Иуя. So when God says he's going to punish the house of Jehu, поэтому, когда Бог говорит, что он взыщет кровь с дома Иуева, he is explicitly speaking against the current king, Jeroboam II. Он в буквальном смысле открыто говорит против действующего царя Иеровоама II. Now, let's think together for a minute about why God was angry at Jehu. Давайте мы буквально ненадолго задумаемся, почему Бог гневался на Иуя. The story of what Jehu did is found in 2 Kings chapter 9. В 9 главе 2 книги Царств мы читаем о том, что, как он поступил, что он сделал. God told Jehu to eradicate the house of Ahab. Бог сказал Иую истребить дом Ахабов. And he did. И он так и поступил. He killed Ahab's 70 sons. И он умертвил 70 сыновей Ахава. He saw to it that Jezebel, Ahab's wife, was killed. Он также убедился в том, и как бы принял участие в том, что Изавель погибла, жена Ахава. Jehu eradicated Baal worship in Israel during his day. Кроме того, мы читаем в 4 книге Царства о том, что он покончил с культом Баала, что он прекратил поклонение Баалу в те времена. So why is God angry at Jehu? Тогда почему же Бог гневается на Иуя? Well, there are two reasons for God's anger at Jehu. Можно сказать, что на этот гнев есть две причины. One is because he was excessively bloodthirsty. Во-первых, потому что он был исключительно кровожадным человеком. And two, Jehu himself reverted back to idolatry after he became king.
И кроме того, после того, как он воцарился, Иуи сам возвратился к поклонению уже богам. And because he led Israel after eradicating idol worship. После того, как он устранил идолопоклонение, he led Israel back into idol worship. Он заставил народ вернуться к этому идолопоклонству. Now God is going to judge his line by taking away the house of Jehu. Теперь Бог истребит его дом тем, что Бог истребит его дом, когда говорит: «Я истреблю дом Иуев». And all that is implied in the prophecy about Jehu's about Hosea's son Jezreel. И все это применимо, когда мы говорим об Израиле, сыне Оси. It's a little bit complicated. Это немножко сложно. Is it clear? Но понятно ли это? If there are questions, you can certainly go back to 2 Kings and read the passage, and I think it'll become more clear. Если есть какие-то вопросы, вы можете перечитать вот эту главу, 9 главу 4 книги Царства, а потом вернуться к 1 главе Оси, и вы увидите взаимосвязь между Иуем, Израилем и так далее. Then Gomer bore to Hosea a second child. Второе, Гомерь рождает Оси второго ребенка. This time it was a daughter. На этот раз это дочь. And her name is to be Lo-Ruhama. И нарекли ей имя Лорухама. And her name means no compassion. Ее имя означает непомилованное. Which means that God will no longer have compassion on his people Israel. Что значит, что Бог перестанет миловать народ израильский. Because of her sin. Из-за того, что он грешит против него. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Judgment is coming because of Jezreel. Суд грядет, Израиль. No compassion is pictured in the name of the daughter. Лорухама. And then the next son, Лоами. И следующий сын, Лоами. You will not be my people. Не мой народ. So God is saying through this third child. То есть через этого третьего ребенка Бог говорит: I'm going to disown you. Вы больше не будете моим народом. So that is the opening of the book of Hosea. А вот таким образом и открывается книга Осии, так она начинается. It's a very interesting domestic scene. Очень интересная сцена из частной жизни. He has a wife and three children with very troublesome names. И трое детей, у которых, прямо скажем, не очень радужные имена. And then we immediately go to a prophecy of great blessing. И дальше мы тут же переходим к пророчеству о великом благословении. Chapter 1, verse 10 and following. Первая глава, 10 стих и далее. And there are tremendous promises in these verses. И в этих стихах даются невероятные обетования. 5, to be exact. 5, если быть точным. And you want to just note that there is a promise of national increase. Во-первых, здесь говорится об увеличении численности народа. Like the sand of the seashore. И будет число сынов Израилевых как песок морской. There'll be national conversion. Второе, будет обращение народа к Богу. There is a national reunion. Дальше объединение народа. And I think that is a reunion of Israel and Judah coming back together. Мне кажется, об объединении мы говорим, подразумевая объединение Северного и Южного царства Израиля и Иуды. There will be national leadership. Дальше будет управление народом. And then finally restoration. И восстановление народа. And it'll no longer be Lo-Ami, but Ami. И теперь уже будет не Лоами, а Ами, мой народ. And not Lo-Ruhama, but Ruhama. И не Лорухама, а Рухама, помилованная. Compassion and my people. Сострадание, милость и мой народ. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.